это еще полезная вещь. Предстоящие заморозки на юге Казахстана выбили Мурата Ирисова из колеи. За прогнозом погоды следит неустанно. Интернет стал для дихканина главным на эти дни. Капуста, редька и морковь высажены на 8 гектарах. Если замерзнут, то дихканин понесет убытки. При виде очередного прогноза погоды, обещающего температуру минус 3, Мурат вздыхает с облегчением. Его овощи это спокойно переживут. Больше 10 градусов, 15-14 градусов, это может действовать. А так он нишканы асрабомайт. Вот 7-8, как она, дождь, и немножко заморозка, она еще сочная получается. Это вкус дает еще. Это дождь, и немножко мороза, она для нее полезна. Сюрпризы погоды Мурата Ирисова уже однажды разоряли. Прошлой осенью не успел он вовремя собрать урожай с полей. В прошлом году гектар моркови и редьки, а также 3 гектара капусты остались под землей. Были непрерывные дожди, после выпал снег. Мы понесли большие убытки. Всякое бывает. Бог даст, в этом году покроем все расходы. К морозам на юге Казахстана основательно готовятся и те, которые занимаются тепличным хозяйством. Уже заранее не запаслись углем, как ударят морозы, начнут отапливать теплицы. Шнар Уразова, Николай Иванов, Талгат Примкулов. Информационная служба телекомпании «Отрар».